Это же спортивный блок. Спортивный блок. Ну, условно, с сегодняшнего я начинаю эксперимент. Ну, невозможно на одной, сука, морковке с картошкой и луком нормально питаться. Если ты делаешь веганские мяса, ты моешься росой. 100% только. Вообще, я принял решение эксперимент сделать трехмесячный. Ставь все лайки, кто хочет, чтобы он просидел на веганской диете. А новости полей. Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая. Также фитнес-клуб будут закрыты 31 мая. Кстати, Сергей, что вы думаете по этому поводу? Плохо все. Да, он только 3 дня на веганской диете, сколько? 4, да, у него зрение уже село. Ничего, думаю, что растениям не больно? Нет, нет, если честно отвечать, я думаю, что растениям не больно, потому что у них нет мозгов. Давай сразу вопрос, из чего белок ты берешь вообще? Я грибочки вижу только максимум, но из авокадо столько не набрать. Макарики с грибочками, салатик. Ребят, так что все, теперь я веган. Что, вот так вот все говорят, ЗОЖ там, все такое. Ладно, друзья, всем привет. Это же спортивный блок. Спортивный блок. С, ну не с сегодняшнего дня, ну условно с сегодняшнего я начинаю эксперимент. Число какое, скажи? Я не знаю, какое сегодня число. 24 апреля. 24 апреля. Я начинаю эксперимент по вегетарианскому, даже веганскому питанию. Я не буду есть ни рыбу, ни мясо. Ну как бы я сегодня ем мясо, чтобы показать вам свой обычный рацион. Я не ем дикое большое количество, но всегда, всю жизнь я ел мясо. Тут мы жарим баранинку, тут у нас бекончик. Кстати, смотри, какой он красивый. Поспевает. Вот. Я заканчиваю свой тренировочный сплит полный. У меня осталась еще спина, плечи и ноги. После этого иди сюда, иди ко мне. Иди, давай, выбегайся. Дымок. Заканчиваю тренировки свои по плану. Питаюсь как обычно, потом 2 дня отдыхаю и сдаю полные анализы. Полные анализы всего, что только можно. Минералы, гормоны, витамины, состояние крови полное. И буду готовиться к соревнованиям, на которые будут первые. Нормально, дым не сильный, все хорошо. Все хорошо, зайка, нужно договорить. Вот, и буду готовиться к соревнованиям на летний сезон, если он будет, полностью на растительном белке. Это будет соя, изолят кинетика, гороховый протеин. Это будут пивные дрожжи. Веганские пивные дрожжи, веганские БЦА, веганский цитрулин, который у нас есть. Все будет максимально правильно, потому что очень много разной информации, рассказов о пользе веганского питания. Знаете, я обычно доверяю только себе, тому, что испытал на себе, то, что могу проанализировать по собственным анализам. Поэтому начинается эксперимент, я кушаю, сдаю анализы, тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям. И расскажу вам свое мнение. В итоге все-таки веганское питание влияет положительно, отрицательно, никак не влияет. Никак не влияет на организм. Это я узнаю полноценно из своего собственного. Из своего собственного эксперимента. Привет еще раз всем. Вот. Мы так с Леганца попарились. Пьем мы, честно, чаек. Это чай. Честное слово, это чай. Откуда вообще появилась идея провести эксперимент по тому, как влияет вегетарианская или веганская диета? Я еще разберусь до конца на состояние организма. Все просто. Почти вся информация от людей, которые переходят на растительное питание, заключается в том, что они начинают себя лучше чувствовать, у них в лучшую сторону меняется реология крови, они худеют, сбрасывают лишний вес. И с чем это связано, я понимаю очень просто. Ведь зачастую на растительное питание переходят люди, которые питались отвратительно, потому что культура питания, заложенная в наших людей, ужасна. Да во всех, да? То есть, ну, в основном родители наши все питались отвратительно, просто пустыми калориями, никого не учат вопросам рационального питания, даже врачи об этом не знают. Естественно, при переходе с питания картошкой фри, сосисками на растительное питание, состояние здоровья людей улучшается. Естественно, 100%. Но я хочу посмотреть, как это отразится на здоровье человека, собственно меня, кто питался исключительно чисто. Я питаюсь только качественной замороженной красной рыбой, хорошими сортами мяса. В основном это мясо фермерское, это яйца куриц с зерновым откормом, экологически чистое, с биосертификатами. Я пью мало газировки, я не ем практически рафинированного сахара. И, наверное, это будет такой наиболее честный эксперимент, когда человек с чистого питания переходит на растительное питание. И опять же, я не буду питаться копеечными какими-нибудь там томатами самыми дешевыми или выращенными с какими-то химикатами, дешевыми огурцами. А у меня действительно очень качественное, хорошее питание. Поэтому эксперимент начинается сейчас. Я специально ем, как ел.
мясо, картофель, тут немного чая. Где-то вторник, среда, следующей неделе я сдам анализы. И только после сдачи анализов я перейду на растительное питание. Контролировать я буду все, думаю, раз в 30-45 дней. Также я буду сокращать количество калорий, готовиться к соревнованиям. Буду постепенно все рассказывать, свои ощущения и реальные изменения. Сами еду придется греть в любом случае два раза, потому что я... Что она веганская? Веганскую еду нужно греть дважды? Конечно. Нет, Саня, просто она наверняка остынет, пока хорошо, я... Хорошо зашла, второй шаг, хорошо вышла. Ребят, привет. На веганское питание я перешел, не на вегетарианское. То есть в моем рационе сейчас белок только растительного происхождения. Я не ожидал такого количества ваших комментариев. И не о том, что я придурок. Я вообще от него сразу отписался. Ешь себе котлеты себе. Вас это заинтересовало? Вот сразу постараюсь объяснить, что, зачем и почему. Во-первых, никаких этических целей не преследую. Никаких психофизических отклонений не имею. Не имею, точно. Непросветленный. Не собираюсь питаться праной, если она невкусная, конечно, и так далее. Это исключительно эксперимент. Почему? Вы часто задаете вопросы, популярно это направление, о том, можно ли качаться и так далее. Отвечу так, я не знаю. Я изучал этот вопрос, я видел множество видео, как видео, которые против вегетарианской диеты, где говорят, что веган умрет прям сразу. Вот поел неделю огурцы, умер. Видел видео, в которых рассказывают о том, что чуть ли не там олимпийские рекорды ставят, начинают люди, перешедшие на веганское питание. И очень интересные доводы есть с обеих сторон. И скажу так, что со стороны веганской зачастую доводы очень забавные. Основной научный довод у веганов, который я слышал, это «посмотрите на гориллу, она ест одни бананы, и смотрите, как у нее мышца, она такая большая и сильная». Второе. Посмотрите на буйвола, он ест одну траву, и вот такой он большой и сильный, и все минералы, и витамины, и белок он получает из травы. В принципе, у веганов довод весомый, кроме того, что я не корова. Вот, единственное. Это единственный момент. Потом я смотрел видеофильм, я специально посмотрел, мне было интересно. Там такую дичь несут, они реально не понимают, о чем говорят. В основном фильмы иностранные, чтобы вы понимали. То есть, вот, для энергии не нужно мясо. Блять, а кто сказал, что для мяса нужно для энергии? Любой культурист знает, что энергия – это, в частности, углеводы. Ну, например, простая энергия – это углеводы, и какие-то углеводные напитки и так далее. Доводы со стороны против веганства. Неполноценность белка, то, что мы частично хищники, строение там, нашей челюсти, необходимость полного аминокислотного скора, состава аминокислотного, невозможность получать витамины группы, там, например, там, B12, да, дефицит железа в растительном питании. Вот тут доводы весьма научные, весьма понятные. Единственное, есть, как бы, но могу сказать, большое но, что если у вас есть деньги, вы можете быть здоровым веганом, я так считаю. Потому что, ну, давайте так, вот белочек. Тут это лабораторный образец, будет его видно, он такой в пакетике. Тут смесь белков горохового, рисового и соевого со вкусом ванили. На самом деле вкус ванили весьма такой ненавязчивый. Вкус горохового белка перебивает все. Ну, я к нему уже привык адекватно. Также я употребляю веганские БЦА, веганские цитрулин перед тренировкой и веганский глютамин. Они ферментированные на фруктах, то есть прям реально не пострадал никто, кроме, возможно, там сотрудника на заводе, который со слезами работает. Это единственное. На рассвете. На рассвете, думаешь? 100%. Со слезами рано встает, переживает. А руки умывает росой. Естественно. Если ты делаешь веганские БЦА, ты моешься росой. 100% только. Он зачем тут нужен, я вам объясню. Вот протеин невкусный. Я-то привык, а мы его размешаем, и по-честному вам скажет он, насколько это норм. Но, я заранее сказать могу. Но, видимо, на самом деле веганы, в принципе, привыкли. Еще, я же действительно ставлю просто научный эксперимент. И я заказал уже с Америки гороховый протеин, чтобы вообще сравнить вкус и понимать. Стоит он там, во-первых, диких денег. Ну, он тут стоит диких денег в закупке. Но там он стоит вообще вдвойне диких денег, потому что веганов мало, а на них хочется сделать деньги людям. Поэтому, видимо, продают по такой космической цене.
Мы, естественно, так делать не будем, если решим вообще запустить такую линейку. Поэтому в комментариях напишите, видите ли вы смысл в продукции такого рода, а во-вторых, нужна ли вам лично такая продукция. Потому что оказалось, что у меня есть подписчики, которые придерживаются веганского либо вегетарианского питания. Расскажу про свой обед сегодняшний. Мой сегодняшний обед — это шпагетти с шампиньонами и томатной пастой. Из томатов. Это важно, наверное. А еще у меня салатик. Да, выглядит он не очень, но это капустка, морковка и яблочко натертое. Горчица и что-то там еще, масло какое-то, соус. Не делай такое лицо. У Ксения Сергеевича сегодня замечательное, видимо, ну, у него выглядит не лучше, ни хрена, чтобы вы понимали. У него реально как в столовке, тут рис и пара котлетосов. Котлетосы, да. Было 7, все нормально. 7 котлетосов. Да. Вот. В начале эксперимента я сдал большой спектр анализов. Полностью кровь, гормоны, минералы, липидный профиль. Вот, поэтому можно будет отследить. Вообще, я принял решение эксперимент сделать трехмесячным. Я думаю, что меньше будет не очень показательно. Его же перекосило, да. Полгода надо. Да зачем, 3 месяца нормально? Не пойдет, мало. Пошел ты. Ставьте лайки, кто хочет, чтобы он просидел на веганской диете. Это, конечно, мощно, но не, я полгода просто... Почему нет? Потому что я не хочу полгода жрать одну траву. Завтра... Смотри, какой красивый салатик. Нет, кстати, я решил вообще нет, не обманывать ни себя, ни вас. То есть протеин даже я сывороточный не пью, протеин только будет вот растительный. Я буду страдать ради вас, ради науки. Ради науки буду страдать. И по истечении 3 месяца я пересдам анализы. Посмотрим, как они изменятся. Но скажу сразу свое мнение касательно всего этого. Почему обычно работает веганская диета и люди замечают в нее эффект? Зачастую люди, переходящие на такое нерациональное питание, они изначально питаются фастфудом, полуфабрикатами. И, конечно, когда вы переходите с сосисок, с макаронами и соусами на веганское питание, вы начинаете чувствовать себя лучше. Потому что вы не получаете кучу консервантов, некачественной продукции, гидрогенизированных, модифицированных жиров и некачественного белка. То есть, понятно, да, из чего делают сосиски? Вы не задумайтесь, что там, наверное, уже испортилось, потом его обработали нитратами, нитритами, перемешали с соевым белком, остатками хвостов, всякой ерундой, и крысой, которая залезла в шнек, который его перемалывает. Потому что все мы знаем, что у утренней смены выработка больше. Вернемся к анализам моим. Я вам все покажу, расскажу, что изменится. Еще задача, кроме изменения анализов, это отчеты по личному самочувствию, по самочувствию ЖКТ. Пока мои отзывы. Получается, начал я есть веганскую пищу с воскресенья, с 3 числа, сегодня 7. Изменения. Обычно все рассказывают, что они начинают себя чувствовать лучше, легче. У них меняется цвет кожи. Хотя у меня и так охрененный цвет кожи, я смуглый, я мулат. Завидуйте. Вот. Я мулат и богат. Я почти как Тимати, только нет. Они чувствуют себя лучше. Итак, я, перейдя на веганскую диету, тоже почувствовал изменения. У меня газы. У меня газы, конечно. Это да, точно. 100% конкретно его, да. Много. Да, ну правда, пущит. Ну, видимо, что-то там меняется, перестраивается. Видимо, мясо спасает газу. Ну, раз я его убрал, они появились, значит, с мясом лучше работает пищеварение. Второе. Я чаще хожу в туалет. Ну, мы же близкие ребята с вами, да, могу делиться искренне. Это научные данные. Я почему-то хожу чаще, и такое ощущение, что больше, чем я ел изначально. Возможно, я создам вечный двигатель. И потом из меня можно будет добывать биодизель. Биовиндизель. И, возможно, вычищается, конечно, каким-то образом кишечник от большого количества пищевых волокон. Это вариант, потому что за 5 дней мой вес упал на 2 килограмма. Общая, не знаю, энергетика, как сказать? Энергия. Самочувствие. Самочувствие хорошее. Сон не изменился, ночью в туалет не встаю, утром также бегаю, тренируюсь, качаюсь. Ну, прошел маленький период времени, но в этом плане изменений никаких нету. Буду периодически делать отчеты вам по своим самочухе, по силовым, по форме. Вот тут вам кадр, это начало, грубо говоря,
Ну тут все составляет монтирование, так удивился, да? Магия кино, как бы. О, так можно было? Можно было. Можно какую-нибудь штучку, вот я так пальцем показываю, если что-то появляется сейчас. Можно? Да, хочешь коронавирус? Он везде нужен. Ну давай, вот я вот так вот делаю сейчас. Коронавирус. Все, поехали. Кстати, если появится коронавирус, ребята, у нас есть маски. У нас есть маски. Все мамкины бизнесмены сейчас должны просто к экранам мониторов просто маски. Прилип. Где средства есть? Genetic Lab тоже. Теперь важный момент. А, новости с полей. Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая. Также в ЦСКО будут закрыты 31 мая. А, кстати, Сергей, что вы думаете по этому поводу? Плохо все. Плохо все. На самом деле, да. Ну, не очень здорово. Если вам интересно, чтобы мы про это что-нибудь поговорили, там про бизнес, рассказали в формате карантина. Карантина без креатина. Напишите в комментах. Мы можем это обсудить. И поделиться с вами с нашим, нашим мнением. Еще напишите, как я в очках выгляжу, если меня видно. Да, он только 3 дня на веганской диете, сколько? 4, да, у него зрение уже село. Ничего у меня не село, просто я в них, мне кажется, умнее выгляжу. Но, возможно, нет. В комментах, что вы думаете про веганское питание и какого питания придерживаетесь вы. И что вам интересно узнать от меня? Давай сразу вопрос. С чего белок ты берешь вообще? Я грибочки вижу только максимум. Из авокадо столько не набрать. Из авокадо. Сегодня по этому магазину куплю тофу. Не знаю, что это такое, но говорят, там много белка. Сколько ты можешь набирать? 2 грамма на кило? Белка, да. 200 грамм? Сейчас, ребята, специально первую неделю не считаю белок. Начну со следующей недели считать рацион, пока чисто реально привыкаю. Решил, ну, нет. Не мучить себя? Не мучить себя и прям совсем с ума не сходить. Орехи, авокадо, будет тофу. Ну, я уже сказал, я читер, у меня порошочки есть. Ну, это логично, ребят, потому что реально я считаю, что практически все, кто в России, если сидят на веганском питании, вы реально умрете быстро. И потому что, ну, невозможно на одной, сука, морковке с картошкой и луком нормально питаться. Если мы возьмем примеры стран и культур, где распространено веганство, давайте там возьмем Индию. Ну, там ты реально можешь просто идти по улице, сорвать манго, там еще что-нибудь, драгонфрут, другую ерунду, поковыряться в земле, найти корнеплодов, и вообще отличный рацион у тебя будет. У нас сложно. Действительно, в себя нужно вкладывать, нужно думать, нужно считать белок, нужно обязательно там принимать спирулину, нужно какие-то другие водоросли кушать, нужно очень внимательно следить за состоянием ЖКТ, не нужно много картофана жрать, потому что картофан вызывает образование слизи, там чистый крахмал, он вам не нужен в больших объемах, потому что у вас не будет идеального состояния пищеварительной системы, тракта, где флора может создавать некоторые витамины, да, для того, чтобы, собственно, и нужна. Да, и как бы вроде считается, что что-то можно получить благодаря бактериям, живущим в нашем... У меня просто соцопрос маленький. Потом покажу камеру, там должны будут выбрать. Отлично, я думаю, что-то будет забавное в этом ролике. Я просто хочу вам показать, что можно чувствовать себя наверняка хорошо, качественно, но для этого нужно думать, считать, потому что вся информация, которая есть в питании не веганском, она такая, от блаженных ребят. Они, мне кажется, потом пропадут из поля зрения, а мне хочется с вами поделиться действительно тем, как стоит это делать, подходя рационально. И пусть ваш рациональный будет подход помножен на то, что вам жалко животных, или на то, что вы не хотите есть трупятину, она гниет внутри вас, и вообще она трупные яды выделяются. То есть я все почитал, все посмотрел, что думают люди, которые это делают, да, две стороны, выборки истории про нации. А ты что, думаешь, что растениям не больно? Нет, если честно отвечать, я думаю, что растениям не больно, потому что у них нет мозгов, хотя у грибов, говорят, есть мозги, это вообще один огромный организм с другой планеты, но это к этим, к рептилоидам относится, наверное. Мне скорее все равно. Я не то, что растения-то не особо люблю, я и людей-то не очень, ну, так скажем. Прямо если всех выборов убрать, и такие разные товарищи бывают. Ребят, так что все, теперь я веган. Пока у меня дует животик. Я еще не принял решение, буду ли я пить мультивитаминный комплекс. Тут двоякий момент. Я считаю, что пить его нужно на веганском питании, в обязательном порядке. С другой стороны, если я буду компенсировать нехватку каких-то витаминов, минералов из комплекса... Не такая уж она и веганская твоя диета получается, да? Она будет, наверное, не настолько негативно может сказаться. Но с другой стороны, я же хочу сравнить свое состояние между тем, как я ел мясо и не ел мясо. Но витамины же я принимал в процессе, да, к потреблению мяса. Поэтому логично, наверное, будет себя витаминками поддерживать. Кстати, интересный момент по анализам. У меня в дефиците магния находится. Причем в хорошем таком дефиците по магнию. Причина мне неизвестна.
Это еще на питании полноценном таком хорошем, мясом, репродукты, лососи, там, кальмары, креветки, лобстеры. Пизжу. Ну, про лобстеров пизжу, конечно. Вот. У нас, кажется, не продают, наверное. Поэтому витаминки будут. Чтобы именно сравнить именно исчезновение животного белка в моем рационе. Ну давай что-то. Да не, мне 30 лет, я не хочу просто это показывать. Ребята, сейчас очень важный социальный опрос. Да, это... Социологический опрос на Сергея Сергеевича. На момент режима там, самоизоляции, вот это очень важный вопрос. Всем, ребят, пока. Всех очень люблю. Пишите ваши вопросы в комментариях, задавайте ваши вопросы по любым темам. Скоро запишу большой опять выпуск ответов на ваши вопросы. Обязательно ответьте Константину Сергеевичу в комментариях, что все-таки делать во время режима самоизоляции. Непонятно просто. Вот. Как вы с ним справляетесь? Что вы делаете с этим? Что вы с этим делаете? Костянчик, как котлетки сегодня? Да, отличные. Да. Веганские. Веганские? А что в них веганского? Ты не страдал, когда их готовили? Трава, которую ела, это корова. Вспомните, на самом деле, вспомните мультфильм «Король Лев». Что там было сказано? «Однажды я умру и стану травой, которую съедят буйволы, которых съем я». Ага, еда моя сегодняшняя. Мне нужно все-таки показать, что я не лжец. Салатик. Попытка сфокусироваться на нем. Отлично, удалось. Макарики с грибочками. Потрясающие витаминки Витамакс от Genetic Lab. Оптимальный комплекс витаминов и минералов. Ну, это я прочитал на упаковке, на самом деле, написано. Ну, так и есть. Я их и принимаю. И принимал, и буду принимать. Шейкер Genetic Lab, это круто, и вот гороховый протеинчик, который я рассказывал. Горох, рис и соя. В общем, все неплохо. Все, еще раз всем пока.